Крошки Ньюби, 2020 год, 10 мая, уже готовы расцвести бутоны. Питомник Книженики, подпишитесь на мой канал, чтобы узнавать, как выращивается культурная морошка, финская морошка Ньюби. Она прекрасно перезимовала. Первая такая зима бесснежная. Но это та, которая привезена была года 3 назад. И вот разделена. И она тут растет нормально. В прошлом году осенью я привез другую. Эта Ньюби посажена в прошлом году в октябре. Вот. Многие пережили, но не все. Часть из них не смогли прижиться, не выдержали эту зиму. Но часть очень даже хорошо прижились, будут расти. А в это время, а вот Ньюби, которая несколько лет назад посажена, и уже сегодня первый цветок раскрылся. Очень красивый, вместе с одуванчиками одновременно. Это здорово. Я Сулейманов Наиль, биолог. Выращиваю сортовую книженику 19 сезон. Нет, сортовую где-то 7-8 сезон. А вот в дикую и вообще начал где-то 19 лет назад выращивать. А это морошка Ньюби, я ее выращиваю уже 6-й сезон. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять сведения о морошке, книженике, амурском винограде и луке угловатом из красной книги. Вот такая красота растет. Морошка Ньюби.